Если ты неравнодушен к природе, заботишься об экологии, принимай участие в проекте «Инспектор природы Бурятии». Проект направлен на сбор данных о природных ресурсах и охране окружающей среды на территории Республики Бурятия. Самые активные участники проекта, собравшие наибольшее количество данных, а также собравшие редкие данные, будут отмечены памятными подарками. Для того, чтобы стать участником проекта, нужно скачать и установить на мобильное устройство приложение NextGIS Collector, войти в мобильное приложение, введя логин «Инспектор РБ» и пароль «Инспектор РБ». Далее необходимо согласиться с присоединением к проекту. Начать сбор данных, выбрав ввод данных по GPS, заполнить форму данных, в том числе прикрепив фотографию и нажать на галочку для сохранения и отправки данных. Какие данные можно отправить? Об уникальных природных объектах и комплексах, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. О биологическом разнообразии, в том числе о местах обитания объектов животного и растительного мира. О природопользовании, в том числе о незаконном – водопользовании, лесопользовании, недропользовании, охота и другое. О нарушениях природоохранного законодательства, несанкционированные места размещения твердых и жидких отходов, рубки лесных насаждений. О территориях – гари, ветровалы, заболевания леса и другое. Данные о собранных объектах проекта размещаются на геоинформационном портале «Природа Бурятии» по адресу природа-rb.ru в разделе «Инспектор природы Бурятии». Полученные данные будут использоваться ведомствами и органами местного самоуправления для принятия управленческих решений при реализации природоохранных мероприятий. Подробнее о проекте можно узнать на сайте информационно-аналитической системы «Природа Бурятии» ias.burprirodo.ru/collector.